Вот такой он Strawberry Fields. Жалко, мы ничего не взяли цветов, ну да. Ну я могу завернуть косяк и положить. Я думаю, что двух Ленина больше понравится, порадуется косяку, чем это самое. Oh,
guys, so we're making some small video. Скажи, что здесь, брат. Hey, I'll roll you up, brother. Play the song, I'll... Скажи, Стас, скажи, что возлагаем на... Давай. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Hold me, say to me, you'll let me be your man. Хочешь взять гитару? Я тебя сниму. Хочешь взять гитару? Я не помню ни одной песни. Нормально. Ну, на а моё... ты свою пил пускай про Джон Леннона. На моем английском. Джон Леннон... Я посуду там ему телефону. А как это будет по-английски? По-русски. Не-не. Ребята делают дела. Взять гитару? Не, так. Сыграешь? Не надо, не сыграю. Nobody ever loved me like she does. Oh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does.
смеялся. Когда таки... Да, мне кажется, я накинул на этом месте. Пойдем уже, наверное. Может, это неправда, может быть, до сих пор живет. Так, все, выключать? Да. Давай. Ничего не видно. Ничего не видно, я тебе говорю. Вот так видно. А там фонарики горят? Да, горят. Вот, надо ближе. Следу выходить сюда. Кстати, я хорошо, позвоню, еще увидим, пока нас обязательно. Да. Да. Да, я сейчас хочу снять. Ребята, вот это единственный вечный огонь, который есть в Нью-Йорке. В памяти Джона Леннона на Дакоте. Которого убили здесь. Да. Для вас говорю, один раз попал к Джону, и не хватает времени, как всегда. Я думаю, что на том месте, где убили Леннона, туда зайти нельзя, но я думаю, что это, как мы все верим, что он жив в наших сердцах. Город Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Все. Для вас. Все, пошли. Вот такой вот русский рок-н-ролл. Ночью, ну хотя бы под страхом полиции. Кстати, можем в следующий вернуться? Ну, через год мы видим все ебанды, хватим. Я думаю, все парни будут благодарны такому. Такой возможности еще раз. Побывать, почтить и так далее, сыграть битлов, хватит играть битлов, просто слушать, ну как чиж. Пошли, пока нас не оштрафовали. Лапочка, давай. Все, подключим.